Публічне каяття в обмін на право поставити запитання. Таку форму співпраці запропонував вікнам сьогодні столичний мер Леонід Черновецький. Він відмовився відповідати на поставлене запитання, бо вчора вікна спитали Черновецького не про те. Якщо ви покаєтесь публічно, буде питання. Ви вчора на торжественном мероприятии по открытию памятника герою Гангадзе, мученику, стали мне про тарифы спрашивать. Ну, это нормально, как вы полагаете? Это нормально, как вы полагаете? Скажите и продолжим. Не-не, вы считаете нормально это? Ну, все, тема закончена. Пока вы не раскаетесь публично, я с вами разговаривать не хочу. Хотя вы хорошая девочка. Дайте для покаяния СТБ. Да. Если вы раскаиваетесь, поехали дальше. Забирайте микрофон. Поехали дальше. Поехали. Не балуйтесь. Скажите, что вы сожалеете. Ничего такого для вашего канала не случится.